Моя подруга очень долгое время выбирала не тех людей в отношения. Вечно у нее были какие-то тираны, абьюзеры, деспоты. И тогда она выявила свою теорию. Для кого-то может она показаться очень смешной, забавной, но на самом деле мы все так делаем. Она сказала, что значит, она недостойна хороших отношений и хорошего мужчины. И можно сказать, при чем тут это? Но мы же так же поступаем, когда нас предают друзья. Когда мы теряем работу. Или у нас что-то не получается. Мы думаем, что мы чего-то недостойны. Но ведь это не так. Представьте ситуацию, что за каждым негативным нашим движением стоит что-то большее. Например, мы сделали 20 ошибок в жизни. Но мы этого не знаем. Но 21-е – это истинная наша цель. Потому что, например, моя подруга больше не будет выбирать таких мужчин. Она знает, чего она достойна. Хоть в глубине души. А вы не согласитесь больше на ту работу, которая вам не подходит. Или будете выбирать друзей лучше. Не нужно себя программировать. Вы не знаете, для чего вам дан этот урок. А уроки нам даны для того, чтобы стать лучше.